Энергоболотоход делают у нас в Минске на МАЗе. Называется скажем так, мечта охотника или рыбака. Ну, и добавим то, что достаточно богатого. Потому что данный аппарат стоит в базовой комплектации около 50 тысяч долларов. Но в максимальной порядка 70. Данный автомобиль выпускается с двумя разными силовыми агрегатами. Первый — это дизельный, 1.9 турбодизель. Насколько я знаю, фиатовский. Имеет мощность 70 киловатт или же 95 лошадиных сил, 205 ньютон-метра крутящий момент, достигается на 2500 оборотов. Второй силовой агрегат, который ставился на эту машину, бензиновый, имеет объем 1690 кубических сантиметров, 59 киловатт или же 81 лошадиная сила. Что же касается некоторых параметров снегоболотохода, это максимальная скорость заявлена в 50 километров, но есть у меня информация, что на испытаниях его разгоняли до 65 километров, то бишь это значит, что передвигаться на снегоболотоходе можно со скоростью 40-50 километров, с крейсеровская скорость. Что же касается скорости на воде, при помощи винта максимальная скорость составляет 8 километров в час. Масса машины 2 тонны 300 килограмм, грузоподъемность тонна, грузоподъемность на плаву не более 700 килограмм. Что же касается размеров данной машины: длина 4,5 метра, ширина 2,5 и высота 2 метра 65 сантиметров. Что же касается вместительности салона, то заявлено 6-7 человек. Что же хочется добавить, что на испытаниях этот автомобиль показал себя достойно. В принципе, я считаю, что это прям какая-то мечта заядлого охотника или рыбака. Ну, конечно, данный девайс, то бишь автомобиль, я считаю, конечно, не по карману среднестатистическому человеку, так как его цена, можно даже смотреть, что его цена более 50 тысяч, потому что в 50 тысяч не входит почти ничего. Даже винт с приводом, чтобы плавать, не входит в эту стоимость. Поэтому можно предполагать, что его цена в достойной комплектации будет не менее 65 тысяч долларов. На этом, ребят, все. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. До свидания.